разные времена и эпохи люди изобретали тысячи способов калечить тело и душу себе подобных. Но есть кое-что общее у всех этих способов. Палач. Человек, который выбивает признание и приводит приговор в исполнение, превращая людей в жалкие, изувеченные обрубки. Перед вами история жизни одного такого палача. Моя история. Thank you.
стану отца-убийцей, или отца казнит помощник. Но его не хватит на один точный удар. Казнь будет грязной и мучительной, если только я не проведу ее сам. Я пытаюсь поймать взгляд отца, но он стоит, опустив голову. Зато снизу таращатся тысячи жадных глаз. Нельзя показывать страх. Толпа, этот хищник, почует его. «Последнее слово», — говорю я не своим голосом. Отец только молча кивает головой, и помощник толкает его на колени к колоде. Я вскидываю топор над бледной шеей, и тогда отец улыбается, будто я правильно выучил урок. Сквозь рев толпы мне слышно, как он шепчет: «Зверь». Голова отца катится к краю эшафота. Я иду вдоль теплого кровавого следа и за волосы поднимаю ее вверх. Это традиция. Преступник должен увидеть, как народ принимает его смерть. Ликующие крики едва не сбивают с ног. Я отшатываюсь назад и вдруг встречаюсь взглядом с мертвыми глазами отца. И это страшнее всего, что со мной случалось в жизни. Водоворот кошмарных образов затягивает меня в темноту. Запах тлена, вкус сырой земли. Незнакомый голос, тянущий странную песню без слов. Молитва священника воняет падалью, а песня парит и сияет, как раскаленный металл. Потом я слышу голос отца: «Ты должен кормить зверя».